Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhara, Sivasadi Gaura Bhaktavrinda, Ajahnu Vambita Bujokana Karadata Sankirtanaya Kavitara Kamalaya Taksa Vishwambara Vijayara Yoga Dharma Pala, Vande Jagat Priyakara Karunata. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare.
Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Yeah.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Oh,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом агьяна тимирандасья гьянам джана шалакая чакшурум милитам йена тасмай шри гураве намаха. Шри чайтанья манобхиштам ставитам йена бхутале сваям рупам кадамахьям дадати сва падантикам вандеям шри гурав Шри Йотапада Камалам, Шри Гурум Вайшнавамшча, Шри Рупам Садраджатам, Сахакана Рагунатам Нитам, Там Садживам, Садвайтам Садрутам, Парижана Сахитам, Кришна Чайтанья Девам, Шри Рада Кришна Падам, Сахарана Лалита, Шри Вишакха Видамшча, Хе Кришна Каруна Сингху, Нинаванду Джагатпате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намосуте, Тапта Канчана Оранге, Раде Риндаве Шари, Вишану Сутаде, Чакалпатарубьяща, Крипасиндхубьяевача, Патитанам паванебьо, Вайшнавебьо намо намаха.
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasaiva Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Аджануламбитабуджо Канакавадата Самкиртанай Капитаро Камалая Такша Вишвамбаро Двиджаваро Югадарма Пала Ванде Джагат Приякаро Карунавадара Янтах Прадишья Мамавачам Имам Прасуктам Сандживая Такила Шакти Дарах Свадамна Аньямшча хаста чарана шравана твагади прананнамо бхагавате пурушаяту тавай васми надживами твои винайти вигьяя девитвам наянам чаранантикам. Вчера мы с вами говорили о том, что имитация отличается от следования. Или на санскрите анукаранам отличается от анусаранам. Анукаранам значит подражание или имитация, анусаранам значит следование. Так же, как зависть отличается от любви. Когда мы пытаемся имитировать, подражать кому-то, мы в сущности завидуем этому человеку. Нам хочется получить то, что есть у него, посредством подражания. Следование – это нечто совсем другое. Следование – это наша искренняя попытка, искренний труд понять настроение человека, понять, в каком состоянии находится его сердце, понять, что творится у него внутри, и действовать, как я буду действовать. Не обязательно так же, как он будет действовать в этой ситуации, но движимым тем же самым мотивом, тем же самым настроением, той же самой бавой, той же самой эмоцией. Секрет духовной жизни в том, чтобы научиться понимать настроение другого человека. И прежде всего настроение чистого преданного, духовного учителя. Секрет духовной жизни не в том, чтобы смотреть на поверхность. Мы поверхностные люди, мы привыкли судить других людей по каким-то поверхностным признакам. И нам очень сложно бывает выйти за скорлупу своего эгоизма и по-настоящему почувствовать, что же происходит в сердце другого человека. Это труд. Но это очень благодарный труд, если объектом нашей медитации будет чистый преданный. И вчера я пытался рассказать немного о своем понимании
личности Шрилы Прабхупады и того настроения, которое двигало им, того бесконечного сострадания, которое есть всего лишь навсего проявление любви к Богу. И сегодня мне хотелось начать с того, чтобы сказать, насколько это важно пытаться это настроение обрести по милости духовного учителя, медитируя на его качества. И насколько важно строить свои отношения с другими людьми, и особенно с другими преданными, на фундаменте этого настроения. Вчера я сказал, что сознание Кришны очень простая вещь, правильно? Ешь, пей, веселись, танцуй, пой. И в конце концов, как говорил Шрила Прабхупада, так мы дотанцуем до Кришны. Шрила Прабхупада часто говорил об этом, и естественно, это факт. Сознание Кришны, будучи самым естественным проявлением природы, души, это очень простая вещь, очень естественная вещь. Шрила Прабхупада – само олицетворение естественности, простоты и красоты сознания Кришны. Но сознание Кришны также очень сложное. И сложность сознания Кришны, и слушайте очень внимательно, это важная вещь, которую я хотел вам сказать. Сложность сознания Кришны только в одном, в том, что у нас очень высокий идеал. И памятуя об этом идеале, держа перед глазами этот идеал, постоянно читая об этом идеале, мы постоянно болезненно осознаем свое несоответствие этому идеалу. Эта боль иногда превращается в отчаяние. Сложность сознания Кришны только в этом. Сложность сознания Кришны в том, что сознание Кришны, к сожалению, может повергнуть человека в депрессию. Шрила Прабхупада говорил, повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. И это факт. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Но очень часто мы также чувствуем абсолютно полную безнадежность этой попытки осознать Кришну. Тост, по-моему, такой был. Выпьем за безнадежность наших усилий. Или что-то вроде этого. Что не помню. Давно, в последний раз. Мал тосты, за что? Успех нашего безнадежного дела. А, спасибо. Спасибо. Именно за это мы с вами пьем чаринамриту. За успех нашего безнадежного дела. Иногда действительно опускаются руки, человек чувствует некое отчаяние, безнадежность. И иногда мы это состояние безнадежности переносим на отношения друг с другом тоже. Мы не только себя судим с точки зрения этого бесконечно высокого, подчас недосягаемого идеала, но мы начинаем других судить с точки зрения этого идеала. И я заметил, что в нашем обществе можно найти примеры абсолютно безусловной любви. Это несомненный факт. В нашем обществе можно найти пример очень большой жестокости. Иногда чрезмерной жестокости. И причина этой жестокости в отношениях преданных друг с другом как раз наличие этого высокого идеала. С точки зрения очень высокого идеала мы начинаем судить друг друга. И в результате этого мы еще больше усиливаем ощущение некой безнадежности друг к другу. Именно поэтому, именно потому, что идеал так высок и в каком-то смысле безнадежен, именно потому, что и нам ни в коем случае нельзя снижать идеал.
Есть люди, которые пытаются снизить идеал, чтобы было комфортнее внутри. Есть люди, которые пытаются приблизиться к идеалу, не стремясь в высоту, а принижая сам идеал. Такое тоже есть, к сожалению. Это ложная попытка. Но действительно, чтобы утешить свое сердце, нам нужно постоянно сталкиваться с этими проявлениями милости в других преданных. Шрила Рупа Госвами очень хорошо объясняет это в одном из замечательных стихов. Он говорит: «Прачинанам баджанам, атулам душкарам сринватауме». Когда я слышу о том, каким баджаном занимались кто-то из лекторов, по-моему, Лаканат Махарадж цитировал этот стих, перефразировал этот стих или объяснял этот стих. Прачинанам или... Нет, Индрадюмна Махарадж в первой лекции. Прачинанам баджанам, атулам душкарам сринватоме. Когда я слышу о баджане, который совершали великие преданные прошлого, прачинанам баджанам, атулам несравненный, душкарам очень сложно реализуемый, то нирасьяна, в сердце моем утрачивается надежда. Аша значит надежда. Джвалати хридаям, сердце начинает гореть от безнадежности. Нирасьяна, джвалати хридаям. Бхакти лешала сасия. Почему? Потому что я очень хорошо понимаю, что в моем сердце есть всего лишь навсего капля бхакти, тень бхакти, леша, бхакти леша. И даже этой тени нету. Я вижу, что у меня в сердце ничего нет, нет никакой бхакти, ничто не может заставить меня совершать такой же баджан. И руки опускаются сами собой. Рупа Госвами это говорит. Что про нас тогда говорит? Но он сразу же добавляет: «Вишвадричим агакара тавакарня карунья вичи». Но когда одновременно с этим я вижу, как ты заливаешь всю Вселенную волнами своей милости, о агакара, о убийца демона Агхи, о убийца греха, уничтожитель греха, тот, кто может забрать любой грех, когда я вижу, как волны твоей милости с самого верха до самого низа заливают всех, начиная от Господа Брамы, кончая самым ничтожным живым существом, то тогда аша биндукшитам, аша значит надежда, я уже сказал, биндукшитам, биндаукшитам, бинду значит капля, биндукшитам значит крошечная капля, входит в мое сердце. Опять антаре. И вместе с этой надеждой я начинаю радоваться жизни. Иначе говоря, что я хочу сейчас сказать, что лекарством, что наш баджан – это сочетание двух, на первый взгляд, несочетаемых эмоций. Эмоции безнадежности и абсолютно ни на чем не основанной надежды. Безнадежность от того, что я понимаю, своими силами я ничего не сделаю. Надежды, которая основана на том, что Кришна гораздо более милостив, чем все мои недостатки. Никакие мои недостатки, грехи, пороки не смогут перетянуть чашу Его милости, перевесить чашу Его милости. Если я положу на одну чашу весов Его милость, а на вторую чашу весов груду моих недостатков, какая чаша перевесит? Милость Кришны. И в этом наша надежда. Аша биндукшитам. Маму пейтян таре. И нам с вами нужно говорить о высоком идеале. Но даже еще в большей степени нам нужно говорить о безграничности милости Кришны.
о безграничности милости духовного учителя. И нам по отношению друг к другу нам нужно стараться строить свои отношения на этом принципе милости, давая друг другу надежду. Наши отношения друг с другом должны быть основаны именно на этом. Надежда у тебя есть, потенциал у тебя есть. Ты прекрасен внутри, ты удивителен внутри. Кришна любит тебя, Кришна ждет тебя. Кришна хочет, чтобы ты вернулся. Кришна поможет преодолеть все препятствия, какие бы они встретились на твоем духовном пути. Иначе мы впадем в отчаяние. Это отчаяние, в конце концов, лишит нас какой бы то ни было энергии. Отчаяние, эффект отчаяния на нас, и поэтому он называется вишада на санскрите. Вишада значит ви-шад. Шад значит сесть. Вишад значит я сижу и ничего не делаю. Когда человек охвачен отчаянием, депрессией, он не может пошевелить рукой. У него нет никакого стимула на это. Поэтому мы должны давать друг другу надежду. И самый лучший способ научиться делать это медитировать на то, как Шрила Прабхупада давал надежду, как Шрила Прабхупада видел потенциал в людях, и как Шрила Прабхупада вытаскивал этот потенциал. Как он как бы подносил зеркало к лицу человека, и в этом зеркале человек видел себя преображенным и прекрасным. Он видел себя не таким, как он есть, а таким, каким он может быть, таким, как он должен стать, и таким, как он обязательно станет, если он будет идти по пути сознания Кришны. И поэтому сегодня я буду рассказывать об этих, вернее, продолжу рассказывать об уроках любви, которые преподносил Шрила Прабхупада всем нам. Потому что это самое главное, чему он нас учил. Самое главное. Это его бхава. И она проявлялась по-разному. И сначала мне хотелось рассказать одну маленькую историю про Шрилу Прабхупаду, в которой Шрила Прабхупада объяснил самую суть ведической культуры. Самую суть ведической культуры. Прадьюмна Прабху, его личный секретарь, эдитор санскрита. Я вчера рассказывал одну его историю. Про Гопи Бхаву. Он говорит, что Шрила Прабхупада ненавидел телефоны. Когда ему давали телефоны, когда ему нужно было говорить по телефону, он смотрел на телефон как на что-то очень в высшей степени странное и неприятное. Смотрел на него с гримасой отвращения. Эти телефоны, они просто... Беспокойство какое-то состоит. Постоянно кто-то звонит, постоянно кому-то что-то нужно. Хочу вам напомнить, в то время мобильных телефонов еще не было. Это мы прижимаем мобильные телефоны к сердцу, как самое дорогое, что у нас есть. Сейчас даже болезнь такая есть, болезнь лишиться своего телефона. Фобия. Новое психическое расстройство у людей. Люди боятся утратить свой телефон, это единственная их связь с большим миром. Шрила Прабхупада относился к телефону в высшей степени, он пользовался им, но с очень большим, так сказать, пренебрежением. Он все время говорил, эти телефоны, они постоянно звонят, постоянно отвлекают. И говорит, ну зачем? И слушайте, это самое внимательное, самое важное тут. Он говорит, зачем? Зачем люди, прежде чем прийти, должны обязательно позвонить и сказать, я прихожу. Это не наша культура, наша индийская культура. Человек приходит без предупреждения, стучит, ему открывают дверь и говорят, о, заходите, пожалуйста, милости просим, усаживают его, начинают ухаживать за ним, начинают с ним говорить, ае, заходи, заходи. И Шрила Прабхупада дальше сказал, на самом деле это наша индийская философия в чем заключается? Он сформулировал философию индийскую. Мы все последователи индийской философии, да? Да?
Он сказал, наша индийская философия – двери нараспашку, окна нараспашку и сердце нараспашку. И дальше он объяснил, почему. Он сказал, мы в Индии не любим духоты. Потрясающая формула. Двери нараспашку, окна нараспашку, сердце нараспашку. Потому что когда мы закрываемся, закрываем двери, закрываем окна, закрываем сердце, то мы начинаем задыхаться внутри. Человек должен быть в бесконечной степени открыт, открыт ко всему миру, открыт ко всем. И нам, людям западной культуры, нужно делать невероятные усилия для того, чтобы раскрыть свое сердце. Мы слишком привыкли захлопывать и закрывать на много-много-много замков свое сердце. Слишком много недоверия накопилось внутри. И поэтому не дай Бог нам прийти когда-то не вовремя, еще когда-то, не постучавшись, не позвонив, не предупредив. Можно нарваться на такое, на грубость можно нарваться. Ты тот же самый Прадьюмна Прабху рассказывает совершенно потрясающую историю своей первой встречи со Шрилой Прабхупадой. Он говорит, я жил в Монреале, я услышал о Шриле Прабхупаде, о его движении. Я написал ему пару писем из Монреаля. И в конце концов я приехал в Нью-Йорк, чтобы лично увидеть его. Говорит, я приехал в Нью-Йорк, было уже где-то около полуночи или за полночь, я долго стучался в храм, в конце концов какой-то заспанный брахмачари, который понял, что лучше меня впустить, чем не спать от моего стука в дверь. Открыл дверь, запустил меня, говорит, я улегся туда, весь пол был уложен брахмачарями. Брахмачари лежали в повалку всюду, все громко храпели. И он говорит, я ворочался. А в конце концов, около часа ночи, или нет, около трех ночи, я проворочился где-то часа три, потом я подумал, а все равно не спится, пойду-ка я к Свамиджи. Теперь представьте себе, что кто-то пришел к вам в 3 часа ночи. Я подумал, но с вами же все равно не спит. Он говорит, я на цыпочках вышел из этой храмовой комнаты, это было в Нью-Йорке, прошел через двор, поднялся на второй этаж, где была небольшая квартирка Шрилы Прабхупады, постучал в дверь, оттуда раздался гостеприимный ласковый голос. Кто там? Я сказал из-за двери, это Поль. Из Монреаля. О, Поль из Монреаля! Шрила Прабхупада вышел ко мне навстречу, так как будто бы он знал меня всю жизнь. Он пустил меня, он усадил, он стал спрашивать, как там у вас в Монреале, как вы поживаете. Два письма человек написал, Шрила Прабхупада не знал его. Вот, и он говорит, Шрила Прабхупада, а чего вы так рано проснулись? Спросил Поль из Монреаля. А Шрила Прабхупада сказал, да я в час уже встал, я тут работаю, сижу. Они стали беседовать. Потом Шрила Прабхупада говорит, он как опытный человек. Давай, Шрила Прабхупада посылал письма какие-то, и письма там, за них нужно платить по весу. И Прадьюмна Прабху говорит, мое первое служение Шрилы Прабхупады было в том, что я держал весы, и мы взвешивали письма Шрилы Прабхупады. Он спрашивал меня, сколько за это письмо нужно будет заплатить, сколько за другое письмо будет заплатить. Вот. И говорит, мы так пробеседовали, час-полтора, прошло время незаметно. И в конце я у него спросил, Шрила Прабхупада, а можно мне инициацию получить? Шрила Прабхупада сказал, да, конечно, завтра. То, как Шрила Прабхупада практиковал нашу индийскую философию. Двери нараспашку, окна нараспашку, сердце нараспашку. Вот. А
Я тогда не буду, я просто буду по ходу давать какие-то комментарии, я не буду там особенно выбирать какие-то истории, они все одна лучше другой. Ладно, про Китай, может быть, сейчас не буду рассказывать. Да, я расскажу эту историю, я рассказывал ее уже несколько раз, но просто без нее этот рассказ был бы неполный. Это история про то, как у преданных был ресторан на Гавайях. Вернее, у преданных был храм на Гавайях, и Судама был президентом этого храма на Гавайях. И какой-то человек пожертвовал ему, как президенту храма, ресторан. Но Судама решил, что президент же храма, ресторан кому принадлежит? Ему. И преданные обеспокоились, написали Шриле Прабхупаде. В конце концов, Шрила Прабхупада сам приехал, чтобы разобраться с этим вопросом, чтобы обсудить этот случай. И он, Шрила Прабхупада, вызвал Судаму лично к себе. И он спросил у Судамы: «Судама, ты мой ученик?» Шрила Прабхупада сказал: «Да, я ваш ученик». Это значит, что все, что люди дают тебе, на самом деле принадлежит мне, да? Судама сказал: «Да». Это значит, что все, что люди мне дают, они дают на самом деле вам и принадлежит вам. Тогда Шрила Прабхупада сказал: «Тогда кому принадлежит ресторан?» Судама подумал и сказал: «Мне». Посмотрел на него, сказал: «Ну ладно, хорошо, забирай ресторан и будь счастлив». Шрила Прабхупада, естественно, не был очень доволен таким поведением ученика. Он сказал: «Забирай ресторан и будь счастлив». Собрался с другими старшими преданными, которые стали обсуждать, что делать. Шрила Прабхупада задал всем остальным вопрос: стоит нам обращаться в суд по этому поводу или нет? И все преданные в один голос сказали: обязательно стоит, мы обязательно должны, мы не должны позволять это так проходить. Нельзя просто так это оставлять. Шрила Прабхупада услышал их совет, глубоко-глубоко задумался. Несколько минут он молчал. Молчал, думал. В конце концов сказал: «Нет, ни в коем случае. Если мы это сделаем, мы ничем не будем отличаться от обычных кармин. И слушайте внимательно. Наша жизнь основана на доверии и любви. Если у нас не будет доверия и любви, то не будет духовной жизни». И эта фраза особенно многозначительна в устах Шрилы Прабхупады, потому что Шрила Прабхупада был в высшей степени практичным человеком. Шрила Прабхупада знал, как обращаться с деньгами. Шрила Прабхупада очень бережно обращался со всем этим. Но еще раз, на одну чашу весов положен ресторан, на другую чашу весов положен сам фундамент духовной жизни. Наша жизнь основана на доверии и любви. Если у нас не будет доверия и любви, безграничного доверия и безграничной любви, мы ничем не будем отличаться от обычных людей. И в конце концов мы потеряем духовную жизнь. Я видел это, к сожалению, как это происходит. Когда люди справедливо теряют доверие. Никто не говорит, что у нас нет оснований перестать доверять другим людям. Но надо вспомнить, у Шрилы Прабхупады тоже были все основания перестать доверять. Его вывод был очень важный. Если мы лишимся доверия и любви, мы лишимся духовной жизни. Мы не сможем продолжать свою духовную жизнь, потому что духовная жизнь основана на доверии и любви, ни на чем-то еще. Поэтому моя просьба к вам: давайте будем медитировать на эти качества.
Давайте будем стараться доверять друг другу снова и снова и снова. Давать кредит доверия. И таким образом пробуждать в человеке самые лучшие качества. И слушайте, этот Судама, который сделал такое со Шрилы Прабхупады, слушайте, что он рассказывает. Он совершил оскорбление духовного учителя. Разумеется, это оскорбление не прошло даром. Очень быстро у него появились духовные трудности. И в конце концов, под давлением этих трудностей, под давлением всего остального, он ушел. Он ушел из движения полностью. Но так или иначе, Шрила Прабхупада узнал, где он. Он послал ему письмо. И он в этом письме попросил: «Пожалуйста, приди ко мне, я хочу увидеться с тобой, прежде чем ты уйдешь». Он ушел, скажем так, бесповоротно. Шрила Прабхупада понимал, что вряд ли он сможет вернуться в ближайшее время. Но он попросил его: «Пожалуйста, приди ко мне, я хочу увидеть тебя». И сам Судама рассказывает: когда я вошел и поклонился Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада подбежал ко мне и начал кричать: «Что это такое? Почему ты ушел? Почему ты в такой одежде?» Он ругал меня минут 20. Судама говорит: «Я весь вспотел, я плакал, мне было очень неловко, мне было очень трудно стоять, особенно потому что все это происходило перед моими духовными братьями, которые стояли и равнодушно смотрели на все то, что происходит». Говорил: «У меня сердце рыдало, Шрила Прабхупада, и я знал, что он от любви ругает меня. Что такое? Почему ты ушел? Что случилось? Почему ты отпустил волосы?» В конце концов, Шрила Прабхупада сказал: «Последнее, о чем я хочу тебя попросить, прежде чем я разрешу тебе уйти, любишь ли ты еще Кришну? Веришь ли ты еще в Кришну?» Судама говорит: «Я задумался», а потом сказал: «Да». Он сказал: «Ну хорошо, с тобой все будет в порядке». А затем он развернулся ко всем остальным и стал ругать всех остальных. Это отвратительно, это мерзко, это гадко. Вы все знали, что ему нужна помощь. Почему вы не помогли? Почему вы не пришли ему на помощь? Почему вы не протянули руку? Настоящий вайшнав уже давно протянул бы ему руку помощи. Это то, как Шрила Прабхупада заботился о каждом преданном. Ты еще несколько историй такого же примерно рода. Брахмананда Прабху, один из первых преданных с ранних дней в Нью-Йорке, рассказывает, что в последние дни Шрилы Прабхупады преданные собирались в его комнате и вели киртан. Кто-то играл на караталах и тихонько пел, другие подпевали. Это был очень тихий киртан. Шрила Прабхупада лежал, иногда он подпевал вместе с преданными. И он говорит: «Я иногда вел этот киртан, но в какой-то момент я слег, у меня поднялась высокая температура, и 2 недели я лежал с температурой, не приходил к Шриле Прабхупаде. Потом 2 недели спустя я пришел, тихо зашел в комнату Шрилы Прабхупады, настала моя очередь вести киртан, я взял каратал и стал петь». Шрила Прабхупада тем временем разговаривал с какими-то преданными тихим голосом. Шрила Прабхупада был очень слабым. К тому времени он не ел, может быть, несколько месяцев. 2-3 месяца у него практически не было маковой росинки во рту. Он исхудал, он практически превратился в скелет, еле-еле мог говорить. Те из вас, кто видели этот фильм «Последний урок», могли видеть это состояние Шрилы Прабхупады. И когда Брахмананда запел, Шрила Прабхупада тотчас встрепенулся и сказал: «Кто это поет?» Ему сказали: «Это Брахмананда». Шрила Прабхупада подозвал Брахмананду к себе и сказал: «Что с тобой было? Почему тебя не было целых 2 недели? Ты плохо себя чувствовал? Что с тобой? Ты болел?» Брахмананда говорит: «Я заплакал в этот
Меня спрашивают, плохо ли я себя чувствую. Человек, который в течение 2 месяцев ничего не ел, который испытывает неимоверную боль. Когда у нас есть какая-то боль, мы полностью сосредотачиваемся на себе. Мы не можем думать ни о ком другом. Наше эго целиком сосредоточено на нас, на наших проблемах. Что говорить о физической боли, даже какая-то просто беспокойство заставляет нас сосредотачиваться на себе. Брамананда говорит, этот человек спрашивает, что с тобой было? Как ты себя чувствовал? Почему тебя так долго не было? И он говорит, что меня до глубины души потряс этот факт, что в этот момент, в этом состоянии Шрила Прабхупада думал о моем здоровье. Шрила Прабхупада, он говорит, он видел, он любил всех нас, потому что он видел у нас помощников его миссии. Еще несколько историй про то, как любовь Шрилы Прабхупады проявлялась ко всем. Гирирадж Махарадж рассказывает историю про то, как Шрила Прабхупада однажды на прогулке в Лос-Анджелесе, скорее всего, к ним присоединились, к Шриле Прабхупаде присоединились отец и мать Гирираджа Махараджа. Гирирадж Махарадж происходит из очень богатой семьи. Его отец был адвокатом, миллионером, и дед его был адвокатом. То есть это очень-очень состоятельная семья. В какой-то момент он бросил все, оставил свой престижный университет, присоединился, стал брамачари в храме. Отец пытался подкупить его, пытался дать ему большие деньги, он отказался. Вот. И в какой-то момент его отец и мать приехали, чтобы увидеться со Шрилой Прабхупадой. Я не знаю, была это первая встреча или не первая встреча, но в любом случае, они приехали в одном настроении, и Шрила Прабхупада буквально несколькими фразами полностью поменял их настроение. Можете представить себе, богатые люди, чей сын ушел, бросил все, единственный сын, надежда их, любимец их, наследник всего их богатства, ушел непонятно куда, стал брамачари. Они приехали к Шриле Прабхупаде, они стали гулять. Шрила Прабхупада немного поговорил с ними. Потом он обратился к матери Гирираджа Махараджа. Ей в то время уже было около 60 лет. Шрила Прабхупада посмотрел и сказал, «Миссис Тентон, вы очень молодо выглядите». Сердце миссис Тентон было отдано Шриле Прабхупаде в тот же самый момент. Оставался еще отец. Они погуляли, Шрила Прабхупада перекинулся с ними какими-то словами, еще что-то такое. В конце концов, нужно было ехать обратно в храм, и преданные тогда взяли для Шрилы Прабхупады роскошный Роллс-Ройс. И этот Роллс-Ройс подъехал, и Шрила Прабхупада должен был сесть в эту роскошную машину. И в этот момент он взглянул на отца Гирираджа Махараджа, тогда еще брамачари, увидел выражение на его лице и стал очень скромно извиняться перед мистером Тентоном. Он сказал, ну просто ученики привезли ее для меня, я не хотел, ученики привезли. А отец сразу стал говорить, нет, Шрила Прабхупада, вы заслуживаете этого. Тогда Шрила Прабхупада открыл дверь и сказал, мистер Тентон, давайте вместе поедем на Роллс-Ройсе. Тот засмущался, сказал, нет, Шрила Прабхупада, выезжайте со своими учениками. Вот, и позже, в тот же день, когда Шрила Прабхупада давал даршан, ученики сказали ему эту фразу, Шрила Прабхупада, вас все так любят. Шрила Прабхупада посмотрел и сказал, потому что я всех люблю. Это все. Не нужно думать, что Шрила Прабхупада делал какой-то фальшивый, ложный комплимент.
матери Гирираджи Махараджи. Это настроение его сердца. Самое естественное. Ему хотелось сказать что-то хорошее. И очень естественным образом он делал это. Еще пару историй немножко другого характера, но которые тоже проявляют любовь Шрилы Прабхупады. Буквально у меня еще, по-моему... сейчас я эту историю расскажу. Не знаю, с чего начать. Адья Прабу – это замечательный ученик Шрилы Прабхупады из Калифорнии тоже, из Лагуны Бич. Очень хорошая история. Он говорит, что в Манхэттенском храме в Нью-Йорке мы служили на кухне, и перед приездом Шрилы Прабхупады преданные попросили нас сшить юбку для Туласи Деви, чтобы Шрила Прабхупада порадовался. Он говорит, моя супруга не спала всю ночь. И всю ночь она сшила эту юбку. В конце концов, утром мы принесли, показали эту юбку преданным для Туласи Деви. Преданные скривились и сказали, какой отвратительная юбка. Как вам вообще удалось сшить такое? Откуда у вас руки растут? Это то, как преданные с благодарностью приняли это служение. Он говорит, мы были настолько растоптаны, моя жена заплакала, и я стоял, и у меня тоже слезы навернулись на глаза от всего этого. Мне было очень больно, но тем не менее, так как другой юбки не было, мы наделали на Туласи Деви эту юбку. И когда Шрила Прабхупада вошел в комнату, то первое, что он сказал, какая прекрасная юбка на Туласи Деви. И он говорит, моя жена тоже заплакала в этот момент, но уже по-другому. Она заплакала, потому что от радости, от счастья. Вот. И еще одну маленькую историю я расскажу про Шьямасундар Прабху. Шьямасундар Прабху, он до того, как присоединился к сознанию Кришны, был обычным хиппи, употреблял наркотики. И так как у хиппи не было других способов для того, чтобы зарабатывать деньги, он приторговывал, видимо, наркотиками. Вот. И он говорит, что до того, как я встретился со Шрилой Прабхупадой, я нарушил закон. И Шрила Прабхупада был в Сан-Франциско, и мне пришла повестка, и я понял, что меня посадят в тюрьму. Он говорит, я пришел к Шриле Прабхупаде и сказал, Шрила Прабхупада, меня какое-то время не будет. Шрила Прабхупада очень удивился, он сказал, ты куда-то едешь? Он сказал, не, особенно я никуда не еду, просто меня в тюрьму посадят. Шрила Прабхупада спросил, не бойся ничего. Ничего не бойся, потому что Кришна в тюрьме родился. Шрила Прабхупада хотел воодушевить. Какие проблемы? Кришна в тюрьме родился, тебя в тюрьму посадили. Шрила Прабхупада сказал, ничего не бойся, просто пой Хари Кришна, и все будет очень хорошо, все будет замечательно. Потом Шрила Прабхупада так внимательно на него посмотрел и спросил, а за что тебя посадят в тюрьму? Ну, знаете, Шрила Прабхупада, я торговал дракс. Дракс значит наркотики. Я торговал наркотиками, таблетками. Дракс на английском – это наркотики, и дракс также лекарства. Я немножко приторговывал наркотиками, сказал Шьямасундар. Шрила Прабхупада рассмеялся и сказал, о, я тоже торговал лекарствами. Шрила Прабхупада был фармацевт, я тоже торговал лекарствами. Их посадили в тюрьму вместе с Малати, и им дали приговор 5 лет.
И это одно из чудес Шрилы Прабхупады, которое я хотел рассказать. Замечательная совершенно история. Им дали 5 лет. И буквально через 2 недели женщина-инспектор, которая заведовала ими, позвала Малати к себе и сказала: «Распишись здесь». Малати сказал: «Не буду я расписываться. Чего это я тут буду расписываться?» Она говорит: «Дура, тебя на уволю выпускают». Она говорит: «Меня на уволю выпускают? Меня же на 5 лет осудили». Она говорит: «Я сама не знаю, почему меня никто не спросил. Если бы меня спросили, я бы ни за что на это не согласилась. Подписывайся, дура, побыстрее». Они вышли оттуда, встретились со Шримасундарой, они прямиком отправились в храм, преданные сказали: «О, Шрила Прабхупада, он тут, идите прямо к Шриле Прабхупаде, он порадуется с вами». Малати говорит: «Мы зашли к Шриле Прабхупаде». А Шрила Прабхупада увидел нас и сказал: «О, Малати, о, Шримасундара, я как раз вчера думал, что 5 лет что-то слишком много». Я до сих пор не знаю, почему нас отпустили, почему женщине-инспектору никто не сказал. Но когда Шрила Прабхупада сказал, я поняла, почему нас отпустили. В этот момент Шрила Прабхупада подошел к своему сундуку, который он привез еще из Америки. И в этом сундуке он привез с собой какие-то книги, книги Шримад-Бхагаватам, которые он привез. Он достал оттуда бенгальское сари, новое, зеленое, красивой каймой. Вынул оттуда, протянул мне и сказал: «Вот тебе, поздравляю с освобождением». И пару очень важных и очень поучительных историй о том, как по-другому проявлялась любовь Шрилы Прабхупады. Рассказывает Баджа Хари Прабху, он был президентом храма Бхактивиданта Мэннери. И она тоже связана со Шьямасундарой Прабху. Он говорит, что у Шьямасундары Прабху в то время начались духовные проблемы. По крайней мере, нам казалось так. На первый взгляд казалось, что у него очень серьезные проблемы. Он не приходил ни на какие программы, перестал повторять круги мантры, по вечерам он куда-то уходил, храм был нищий, денег не было, Шьямасундара Прабху арендовал себе дорогую машину. Короче говоря, у нас были все основания, чтобы беспокоиться его поведением. Ходили разные самые слухи, в конце концов мы решили прийти и рассказать обо всем этом Шриле Прабхупаде. Говорит, зашел я и зашел Ревотинандана с вами, старший преданный там. И мы попросили у Шрилы Прабхупады разрешения говорить, он сказал: «Хорошо». И он говорит, буквально через несколько минут после того, как Ревотинандана с вами стал говорить, Шрила Прабхупада сразу же понял, о чем будет идти речь. И у него появилось на лице выражение брезгливости. Он посмотрел на меня. А, да, он сам Баджа Хари стал говорить. Баджа Хари младший преданный, гораздо младше Шримасундара. Он посмотрел на меня и с выражением брезгливости на лице сказал: «Ты не имеешь права критиковать старших вайшнавов». Он говорит, мне стало очень больно. А Шрила Прабхупада отвернулся от него и, обращаясь к Ревотинандане с вами, сказал: «Вели ему, чтобы он уходил отсюда». Говорит, он чувствовал такую брезгливость по отношению ко мне, что он не захотел прямо сказать это мне. Он сказал это Ревотинандане с вами, сказал: «Вели ему, чтобы он убирался отсюда». Говорит, я выполз оттуда на брюхе.
я получил этот урок на всю свою жизнь, что я никогда, ни при каких обстоятельствах не должен критиковать старших преданных. Это не мое дело, это не дело моего ума. И у него, может быть, есть проблемы, но он дорог Шриле Прабхупаде. И когда кто-то оскорбляет или критикует того, кто дорог духовному учителю, это причиняет невероятную боль сердцу духовному учителю. И другой случай такого же плана произошел в Австралии, очень интересный и очень поучительный для нас, для всех. Мы очень легко иногда судим других, судим старших, говорим, что он делает то не так, это не так. Иногда за небольшие какие-то поступки, потому что они отличаются от какого-то идеала, придуманного нами. Но Шрила Прабхупада был очень строг в этом отношении, очень строг. И это также была его любовь к старшим преданным, его любовь к младшим преданным, которых он хотел во что бы то ни стало оградить от этой ошибки. В Австралии произошла другая история, очень интересная. Там в храме жил один преданный, Бхакта Миша. Очевидно, русского происхождения какого-то. Он довольно давно жил в храме, уже 5 лет, по-прежнему носил длинные волосы. И когда Шрила Прабхупада закончил лекцию и спросил, есть ли какие-то вопросы, этот Миша поднял руку. И спросил, есть ли один из ваших браманов, который получил вторую инициацию, учеников, падает, уходит из храма, совершает оскорбление, а затем возвращается и требует к себе уважения. Нужно ли ему позволять, чтобы он по-прежнему носил браманский шнур, или лучше послать его заниматься каким-то смиренным служением, которое есть самый лучший способ для того, чтобы развить в себе смирение? Чувствуете вопрос, да? Часто преданные задают такой вопрос, в котором ответ уже вложен. Можно ли ему носить браманский шнур, или лучше послать его заниматься смиренным служением, потому что нет лучшего способа развить в себе смирение? В комнате повисла тишина. Шрила Прабхупада очень серьезно и очень сурово посмотрел на этого Мишу и сказал, об этом ты судить не должен. Решение по этому вопросу будет принимать духовный учитель. Миша попытался объяснить непонимающему Шриле Прабхупаде, что он имеет в виду. Он говорит, я спрашиваю, потому что... Шрила Прабхупада прервал его. У тебя нет никакого права судить, это не твое дело. Ты не можешь судить, кто следует, а кто не следует духовному учителю. Он для того принял духовного учителя, чтобы духовный учитель выносил свой приговор по этому поводу. Духовный учитель сделает все то, что необходимо. Миша не унимался. Он сказал, а был ли когда-нибудь такой случай? Шрила Прабхупада опять прервал его и сказал, это тот самый случай, по которому не тебе выносить приговор. Этот случай должен судить духовный учитель. Миша оказался очень упрямым. А можете привести мне пример, когда... Шрила Прабхупада прервал его и сказал, сейчас я приведу тебе пример. Когда полицейский хватает преступника, он должен отвести его судье, потому что у судьи есть право выносить приговор. Если полицейский будет выносить приговор, то его самого посадят в тюрьму. Ты все понял?
Он принял духовного учителя, и именно духовный учитель должен вынести приговор. Миша все понял. Миша не захотел, чтобы его посадили в тюрьму. И в этот момент руку подняла сестра Миши. Сестру Миши звали Таня. Сестра Миши, Таня, у которой были особые отношения со Шилой Прабхупадой, задала Шиле Прабхупаде другой вопрос. Сестра Миши спросила у Шилы Прабхупады: «Шила Прабхупада, а почему движение сознания Кришны так поздно приехало на Запад? Почему движение сознания Кришны не пришло сюда, в эту страну, раньше?» Шила Прабхупада посмотрел на нее и сказал: «Потому что раньше ты еще не родилась. Движение сознания Кришны пришло в эту страну после того, как ты родилась, чтобы забрать тебя обратно к Богу. Именно поэтому я пришел в это время». Я пропущу еще несколько историй по поводу всех других вещей. И просто хотел сказать несколько уроков человечества. Есть потрясающие истории, связанные с проявлением его человеческой природы, и я хотел бы их рассказать. Однажды в комнату Шилы Прабхупады в Майяпуре ворвался взволнованный Бхавананда Махарадж. Бежал в комнату Шрилы Прабхупады с выпученными глазами. Явно произошло какое-то ЧП. И прямо с порога Шрила Прабхупада сидел за своим низеньким письменным столом, писал что-то. Он ворвался туда и с порога закричал: «Шрила Прабхупада, они занимаются сексом в святой даме!» Шрила Прабхупада невозмутимо оторвался от бумаги, которую он писал, посмотрел на него и спросил: «Кто они?» Бхавананда Махарадж сказал: «Как кто? Грехастхи! Я только что об этом узнал!» Саньяси, ему интересно, чем... Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал: «А зачем они, по-твоему, женились?» Бхавананда на мгновение пришел в замешательство, потому что никак не ожидал такой реакции от Шрилы Прабхупады. Он закричал: «Шрила Прабхупада, но они делают это в святой даме!» Шрила Прабхупада сказал: «Успокойся, на, Сандеш, съешь, тебе полегчает». Дайте еще несколько историй. Одна история про того же самого Судаму. Он говорит, что он рассказывает, как он в первый раз в жизни приготовил халаву. Хаягрива приехал из Нью-Йорка, и было 2 часа ночи. Мы пришли к Шриле Прабхупаде, и Шрила Прабхупада сказал: «Судама, иди и приготовь халаву». Я никогда в жизни до этого не готовил халаву. К счастью, как-то все получилось. А правда, я на всякий случай насыпал побольше сахара, чтобы, если было что-то не так, сахар... а недостатки мои как-то сгладить. Шрила Прабхупада поел халаву и сказал: «О, Кришне такая халава очень нравится. Я знаю, что ты сделал ее очень сладкой,
Кришну называют Балгопал, он воришка масла, он крадет все из кухни. Кришна очень любит сладости. Это после того, как они в 2 часа ночи поели халаву. И он дальше продолжал. Судама, ты прирожденный кондитер. Тебе надо серьезно этим заниматься. Судама сел и говорит, Шрила Прабхупада, я знаю, но у меня на самом деле не хватает терпения готовить сладости. Шрила Прабхупада посмотрел и сказал, ты прав. В твоем возрасте надо проповедовать. Выходи и пой Харе Кришна, забудь о расагулах и расамалае. Разве у нас есть время на все эти глупости? А затем он снова обвел меня взглядом Хаягриву, Галинду Даси и сказал, но они такие нектарные, эти сладости, давайте вместе поедим их. И они стали есть эту халаву в 2 часа ночи. И я не буду рассказывать вам, я пропущу, потому что уже поздно, я расскажу еще одну замечательную историю. А, да. Это об отношении Шрилы Прабхупады со своей сестрой. Мадхудвиша Прабху рассказывает, что однажды он зашел в комнату Шрилы Прабхупады и, к удивлению своему, увидел Шрилу Прабхупаду в белом саре. В углу сидел Шрила Прабхупада, одетый в белое саре. Я долго приглядывался и понял, что это его сестра. Приехала туда. Это она была как две капли воды похожа на Шрилу Прабхупаду. Вот. И я сел там, видел, они сидят и разговаривают друг с другом. Сидели, беседовали. В конце концов пришло время Шриле Прабхупаде отдыхать. Он днем отдыхал обычно с полчаса или может быть час. Вот. И Шрила Прабхупада готовился отдыхать, и его сестра стала готовиться ко сну в той же самой комнате. Я посмотрел на Шрилу Прабхупаду, спросил, Шрила Прабхупада, а ей можно? Шрила Прабхупада сказал, она не хочет уходить, пусть остается здесь, полежит здесь. Короче говоря, она переехала, обосновалась там и стала готовить качори. Стала готовить любимые качори для Шрилы Прабхупады, потому что она знала, какие качори он нравится, ему нравятся. И она однажды приготовила качори на всех. Все качори объелись, все промочали, объелись этих качори. И на следующее утро никто не встал на мангаларти. Шрила Прабхупада узнал, что никто не встал на мангаларти. Он собрал всех и спросил, как это случилось, почему никого не было на мангаларати. Мы стали оправдываться и говорить, ваша сестра приготовила для нас вчера вечером качори. Мы так объелись, что утром никто не смог проснуться. Тогда он вызвал свою сестру, стал ругаться с ней на бенгале очень громко. А потом обратился к Ачютананде с вами и сказал, отошли эту женщину куда-нибудь подальше, потому что она добьет всех моих брамачари своими качори. Она уничтожит все мое движение. И еще пару историй, чтобы уже закончить. Такого же плана. Это рассказывает один преданный тоже, Чицукананда его имя, он из Мексики сам. Шрила Прабхупада очень любил его, и он говорит, мне очень хотелось все время быть рядом с ним. Я все время бегал за ним, как щенок бегает за своим хозяином. Я все время пытался быть рядом, попадаться ему на глаза, как-то находиться рядом. И он говорит, бывало, Шрила Прабхупада посмотрит на меня и скажет, вот мой маленький щенок. Вот. И он не возражал, что я находился рядом. И он говорит, однажды мы со Шримасундарой сели есть манго.
Прабхупада сидел вместе с нами и ел манго. Я наблюдал за тем, как он ест манго, и я пришел в необычайный экстаз. И в этот момент Шрила Прабхупада сказал: если питаться одними фруктами, то никогда нельзя переесть. Это для сыроедов. Шрила Прабхупада поддержал тут сыроедов. Он говорит: мы сидели, ели манго, и я толком не знал, как правильно есть манго. Шьяма Сундар, который сидел там же, он строго мне сказал: Чицукананд, ты полюбуйся на себя, ты весь измазался в манго, посмотри, как Шрила Прабхупада есть манго. Шрила Прабхупада тотчас же вмешался и сказал: не мешай ему наслаждаться, пусть ест манго в свое удовольствие. Я ответил спасибо, и все мое манго было забрызгано манговым соком. Вот. И еще парочку историй. Однажды Трибхуванат Прабху рассказывает, что они ехали со Шрилой Прабхупадой мимо Букингемского дворца в Лондоне, дворца, в котором живет королева. И он говорит: я похвастался Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада, знаете, что один из членов личной охраны королевы стал преданным? Шрила Прабхупада невозмутимо посмотрел на него и сказал: а как насчет самой королевы? И Гуру Дас рассказывает потрясающую совершенно историю, на которой я закончил нашу сегодняшнюю лекцию. Гуру Дас рассказывает, что Шрила Прабхупада был очень остроумный, когда ему говорили что-то, он иногда отвечал неожиданно. Когда преданные говорили ему: Шрила Прабхупада, вы сегодня потрясающе выглядите. Шрила Прабхупада спокойно смотрел и говорил: только сегодня? И однажды Шрила Прабхупада хотел, чтобы у него был вид на жительство в Америке, чтобы он мог беспрепятственно приезжать в Америку. И преданные разные делали усилия для того, чтобы это сделать. И однажды Шрила Прабхупада пришел к Анандарани и Даянанди. Они хотели выступить гарантами его вида на жительство, его грин-карты. Шрила Прабхупада подошел к нему, они его ученики, гораздо моложе его. Шрила Прабхупада сказал: у меня есть идея, можете меня усыновить. Потом подумал немного и добавил: но чиновники вам скажут, что вы будете делать с таким старым сыном. И Ален Гинзберг подключился к этому, у него было влияние свое, и Ален Гинзберг пришел к Шриле Прабхупаде и сказал: я попытаюсь сделать вам грин-карту. И тут, но он говорит: но самый простой способ Шриле Прабхупаде — это просто заключить фиктивный брак с кем-то для вас. Тогда вы очень легко получите грин-карту. Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал: нет, я не вправе так поступить. Слишком многим женщинам я разобью сердце. И последнюю шутку Шрилы Прабхупады. Я еще пару, можно? Шрила Прабхупада находился во Вриндаване последние дни его на этой земле. Он смертельно болен, голодает. Преданные съезжали со всего мира, чтобы навестить Шрилу Прабхупаду, увидеть, получить какие-то наставления. И преданные приехали из Нового Вриндавана от Киртанананды Махараджа. И Киртанананда Махарадж прислал, они узнали, что астролог посоветовал Шриле Прабхупаде носить кольцо с драгоценным камнем.
Киртананда Махарадж послал большое, дорогое кольцо, перстень с драгоценным камнем. И преданные зашли к Шриле Прабхупаде и сказали: «О, Шрила Прабхупада, вам прислали кольцо из Нового Вриндавана». Шрила Прабхупада сказал: «Кольцо? А где тогда невеста?» Пожалуй, последняя маленькая история. Малати, она была личным поваром Шрилы Прабхупады в течение долгого-долгого времени. И она готовила в Джайпуре для Шрилы Прабхупады. И в этой местности водились огромные обезьяны, лемуры. Те, кто из вас были в Индии, их хануманами там называют. Гигантские такие лемуры, серые, с черными мордами. И они очень хитрые, гораздо более хитрые, чем мартышки. И они повадились воровать продукты и постоянно мешали Малати готовить. Малати в какой-то момент в панике отбежала к Шриле Прабхупаде и сказала: «Шрила Прабхупада, обезьяны воруют вашу еду». Прабхупада сказал: «Я сейчас вас научу, как общаться с этими обезьянами. Я научу, как отварить этих обезьян. Нужно взять лук со стрелами, застрелить одну обезьяну и подвесить ее труп над окном, в кухню. Это испугает всех остальных, и они никогда больше не будут приходить». Он сказал это со смертельно серьезным выражением на лице. Все преданные, они привыкли каждое слово Шрилы Прабхупады выполнять, как у них отвисла челюсть. Сейчас мы будем вешать все это. Обезьяну. Параллельно я не выглядела. Шрила Прабхупада смотрела и сказала: «Не бойтесь, я пошутил». Пожалуйста, благословите меня, чтобы я когда-нибудь закончил эту книгу. Она с каждым разом все больше и больше становится. Сила Прабхупада ки! Я хотел еще сделать пару небольших объявлений. Мы привезли сюда замечательную книгу про Варшану, она так и называется — «Варшана». Это потрясающая книга, описывающая сокровенные лилы Шримати Радхарани на Варшане. Вот она, пожалуйста, если можете, возьмите эту книгу. Это будет очень хороший способ увести святую даму вместе. И мы также привезли календарь на 2014 год, этот календарь с видами Вриндавана, с настроением Вриндавана, с бхавой Вриндавана, там какие-то отрывки из моих лекций, еще из чего-то. Это самое главное. Если у вас есть возможность какой-то подарок для других взять или себе подарить такой подарок, то возьмите, пожалуйста. Еще раз спасибо большое. Дорогие преданные, также диски.